приходит домой поздно и говорит жене: «Сара, я не могу спать, я не могу есть, я не могу жить, я сегодня был у Изи. Я не могу жить. У Изи золотой унитаз». И говорит так ей всю ночь. На утро Сара не выдерживает и идет к Изи. Дверь открывает жена Изи. Сара спрашивает: «Простите, но мне мой муж сказал, что у вас таки совершенно золотой унитаз. Он не может жить, я тоже не могу жить. Наши дети не могут жить уже давно. У вас есть золотой унитаз. Можно я на него таки погляжу?» Жена Изи оборачивается и кричит вглубь квартиры: «Изи, иди скорее сюда, это пришла жена того идиота, который тебе вчера наделал в саксофон». Встретились два еврея в парке, первый спрашивает: «Слушай, ты не знаешь, почему у евреев такие большие носы?» Второй подумал и отвечает: «Потому что воздух бесплатный». Мужик приходит к врачу, тот его обследует, потом выдает мужику 3 упаковки таблеток. «Вот эти, синие, съедайте по одной перед завтраком и запивайте как можно большим количеством воды. Зеленую таблетку принимайте перед обедом и тоже запивайте большим количеством воды. Одну красную принимайте перед ужином и опять запивайте большим количеством воды». Мужик в шоке спрашивает: «Доктор, у меня что-то серьезное?» Доктор успокаивает: «У вас обезвоживание организма». Муж с женой сидят на кухне, муж посмотрел на жену и говорит: «Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я вспоминаю нашу первую ночь». Жена, светясь от счастья: «И что, любимый?» Муж продолжает: «И все, больше и вспоминать-то нечего». Буратино спрашивает у папы Карла: «Папа, а как в жизни отличать друзей от врагов?» Тот посмотрел на него и отвечает: «Запомни, сынок, враги будут дарить тебе спички, а друзья – огнетушитель». Купил дочке куклу говорящую, ну типа поиграй со мной, покорми меня, спой мне песенку и так далее. Часа через 2 крик мала из кухни: «Да когда ж ты уже нажрешься?» В доме отдыха мужчина познакомился с дамой. В первый вечер он погладил ей руку, во второй – локоток. В третий день женщина разозлилась и кричит: «Вы что думаете, я сюда на 3 месяца приехала?» Встретились два друга, и первый говорит: «Представляешь, вчера, отправляясь на охоту, я забыл взять с собой ружье». Второй уточняет: «Это неприятно. И когда ты об этом вспомнил?» Первый продолжает: «К сожалению, только тогда, когда принес жене убитого зайца».